Национальный праздник перенесли на время проведения универсиады, но не все участники игр смогут посетить Березовую рощу. Состязания продолжаются. Сегодня на кону 17 комплектов наград. Финалы пройдут в борьбе, настольном теннисе, плавании. В пляжном волейболе мужской день, а вот накануне дуэт русьянок не оставил шансов соперницам. За баталиями на песке наблюдал Евгений Евневич. Не уступив ни одной партии в плей-офф, отечественный дуэт пляжных волейболисток Хомякова-Углова к решающему финалу против польского тандема подошел в ранге явных фавориток. И подтверждая свое реноме, россиянки начали более чем уверенно, ведя к первой половине плюс 3. Но затем полячки не только восстановили паритет, но и даже сумели оторваться от нашей пары. Они заставляли нас ошибаться, и мы очень концентрировались на каждом очке. То, что вот они оторвались на 2 очка в первой партии, но потом именно из-за нашей концентрации мы верили до последнего, что мы сможем вытащить эту партию, и следовали нашей тактике, нашей установке, у нас получилось. Переломив исход, наши девушки первый сет довели до победы 21-19. Шансов сборной Польши наши не оставили во второй партии. Поиграв в кошки-мышки в самом дебюте, отечественный тандем к квадру розыгрыша все вопросы о победителе снял. Как итог, уверенная виктория в сете 21-17 и общая золотая победа. Очень счастливы, эмоции переполняют. Наверное, момент, когда выиграли, нельзя передать эмоции, что мы чувствовали конкретно на площадке. Какая-то эйфория непонятная, но безумно счастливы. А уже сегодня вечером повторить успех российских красавиц могут и мужчины. Дуэту Семенова и Кашкарева в полуфинале универсиады предстоит сразиться также с командой Польши. Евгений Евневич, Рустем Садриев, Вести, Татарстан.